дело, которое вы задумали? Ну, никто не умирает, и мы его убиваем. Сейчас всего... О, сработало, Артер. Сейчас всего хватает. Включенных мониторов не хватает. Ну... О, а что, включать монитор надо? Тут же, если, короче, кинет лужу на том конфи не лучше, он по-любому дохнет. Это понятно, но он дохнет. Еще с этим повезти надо. Нам, кстати, пока без лода. Сдох-то не он. Он просто сгорел от изохила. Потому что один хил помер, второй не знаю, что делал. Ну, я помер, а второй, наверное, остальной рейд хилил. Я косячил. Наверное. Да не наверное. Нет, не наверное, а точно я накосячил, наверное. Хилом бей! Есть у кого саранит? 10 штучек. Клава. У меня есть, но в банке... А 303 жаба убрался с гильдейцем. Что? Сразу. Это сейчас кто говорит? ШКП. Бойт Спирит. Некто. Пока некто может выдать. Слово. Так, ну? Я все готовы? Ой, куда пошел засранец? Ну-ка иди сюда. Ломать тебя будем. А Арти-то ПС-ку зачем дали? Так, спросить просто. Ему стерию надо давать, ПС-ку это для РДДшников. Церковья. Окей. Косячник. Он магу. Мы же уже обсуждали вроде бы, но... Что именно обсуждали? Это ж на кастеров. Нет, нет, как раз таки с тобой, Андрю. Да? Изгнание сейчас будет. Шпемимся. Пиво кончилось. Ты хуел там пиво пьет. Мне бухать не разрешает, а сам бухает. Я не бухаю, в отличие от вас.
стоит, луч держит и все. Я выпиваю потихонечку, так не спеша. Дегустирую. Да, вы херачите, даже не помните ни хрена, скоростного брысь. На следующий день приходите, блять, а что вчера было? Так это нормальное состояние, значит, удачный вечер провел. Если ты не помнишь, и было вчера, значит, вчера было хорошо. Кто там был уже стоит? Нет, 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 стоит. Мне почему-то показалось, что кто-то стоит. Кто забрал луч зеленый, блядь? Хану. Ты хочешь? Прилетел на меня, нет. Сам. Ну, так такой отойди дерево. Дальше туда, убеги. Все уже, блядь. Блядь, смотрите. Слава, не спи ты! Да я, блядь, не могу теперь его поймать! А все, у него теперь КД. Теперь он 2 минуты не возьмет этот луч. Только можете просто не пересекать лучи? Это же не так сложно. Готовьте, сейчас будет перебежка, бежим! Геру дайте на следующий. Где Геру можно дать? Пускай теперь Рога берет зеленый луч. Слава его физически не возьмет. У него дебаф сейчас будет. Еще 35 секунд. А, стоп. А перефаза сколько идет? Не успеет. Нет, Слав, давай я сначала возьму зеленый, а потом ты перехватишь. Я ману себе резну. У меня еще 20 секунд. Ну, в общем... Стоп, Геру, готовься. Можно... Все вливаемся. 5 секунд. Угу. Мак, Аркоя, Саркоя, Саркоя. Все, я отдаю тебе. Собирай. Аркоя, отойди. Все, бежим. Арти, вопрос. Тут дух стаи не канает, да? Нет, он его включает. Каждый раз бежите под духом стаи. Чё, да? Это я как такое ощущение, будто как бегаю, так бегаю. Вот, вот. Так ты в коте же, он тебе такой же баф дает, что и кот. А они типа не стакаются, что ли, или чё? Или как? Конечно, нет. Не стакаются. Это ты как бы... У тебя свой дух стаи, в общем. Я бы его как нажал, ты бы в Даларан убежал, если бы стак. Все, собрались. С красного брысь. От зеленого брысь. Давайте жмите, жмите, мужики. Зеленый. Брысеры? Да нет, это я просто служу, убегал, и он, блядь, сильно близко портал, поэтому... Поэтому ты не смог сразу войти во фрейм. Да. Все, дамажьте, давайте, и не цлакайте с лужами. И с перебежками. Еще от привычки надо избавиться. Где приз? Пристань, я вижу почему-то. Вон, вон, на синем стоит. А, все, вижу, далеко. Не достаем. Он должен достать. Бежим, 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 бежим. Кстати, если я, допустим, красный на секунду пересеку, ничего страшного? Не, никак, меня там лужи закрывали, мне пришлось выйти на зеленый. Он на тебя горо возьмет, как бы, ну и возможно... А. Пиздолет. Ой, не проходим, пацаны, что делать? Давайте посмотрим. Давай, не хватай ДПС. Соберитесь. По 20% должны снять. Сразу посмотрели, пока он бежит, где какие лучи, чтобы не пересечь чужие лучи. Лужа, 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 шаман. 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 Перный театр. Просто нахуярить буду материться.
Шутка, конечно. Что, нахуяришься или что, будешь материться? Собирайтесь, собирайтесь. Это я так сказал, чтобы люди не думали, что я бухаю. Это некоторые, кто меня не знает, подумают, блядь. Твой Орел хуярит. Сука, он вообще алкаш конченый. Никого не разрешаю. Давайте, давайте, бурстим, прям выжимаем все, что есть. Бежим, бежим, бежим. Всякие РДДшники пока бегут, еще дотки могут накинуть. На следующей перебежке уже не отбегаем, получается. Да. Бьем до того. На следующей перебежке тупо бьем. Просто все, что есть. Приз, у тебя будет, есть, да? Что-то типа убийственного выстрела, такая хрень? Друль за А? Да. Кому залить манну? Могу. Че, встать или че? Только все, подожди, Дэн, не приводи близко. А, ну тут же, да, не отбегаем сейчас. Да. Что хочу? Слава! Слава, сука, нахуй! А я не могу забрать. У меня еще дебаф. Можешь входить, зеленого. Бейте просто сейчас и никуда не отбегайте. Из лужи только выбегайте. Арти, кильти. Блять, 11%. Нет. За спину, за спину. Все время за спину вставайте. Угу. Что сейчас дал? Все, я умер. Сука. Блять, охуя померла. Все, уже писа. Блять, 500-ка осталось. Что хотела. И почти пристал догнал, прикинь, поворот. Почти чуть-чуть бы еще секунд 30, наверное, догнал бы. Но меня жестко пробивает там. ДБМ послал всех нас нахуй. Ну, теоретически можно задать просто геру в начале, пока все от бурстами будут. Под проками. Может быть, немножко больше ДПСа будет. Можно попробовать так сделать. Не знаю. Для тех, кто не шарит, то есть, ну, отпрыгивать ему в сторону хвоста не нужно взад. То есть, удар идет из точки круга. То есть, достаточно на заднюю полусферу зайти, как бы, и вы в безопасности. Не надо убегать в хвост, чтобы потом, когда он развернется в вашу сторону, опять убегать в хвост. Теоретически можно даже не отбегать. Если вот так вот крутиться, да? Ну там, да, несколько шагов назад, несколько шагов вперед. Но это в конце. Да. Нам везет. В этом плане. Ничего, Арти, когда... нужен Дживс. Ну да. Там поставлю там. Что хотел ты сказать? Что хочу, что хотел. Не, ты что-то хотел. Я сказал, поставлю там. А до этого я перебил тебя. Не, я имею в виду то, что на вот этой последней фазе, ну, я через убийство на натуре до хрена урона нанес. Что, Джипса ставить? Джипса. Починятся люди. Рогово, твоих 500к не хватает. Прям пиздец как.
Да. А ты, Дэн, в кошке танчить, братан? Он все равно тебя не убьет. Ты в кошке же больше ДПС выдашь. Ну, теоретически, если бы я... Сомневаюсь, он в яйцо будет бить в кошке. Да похер, все равно больше, чем Мишка даст. Сейчас посмотрим, попробуем. Ты, короче, как красный луч получаешь, можешь в кошку становиться, потому что я даже здесь хантом, когда красный взял, у меня не убивал. То есть бьет, сразу отхиливает на это же. Ну там, да, там что-то. Там нет. Весь урон, что нанес, он возвращается через секунду сразу. Там на мне висит дебаф, по крайней мере, на X1 висел увеличенный магический урон по мне долбится на 200%. Вы, короче, починились все, ребят, что там час... Или это в Гере? Починитесь, Джив стоит. Кстати, вон он. Ласка на СПД есть у кого-нибудь? Угу. Сейчас я дам. Все уже прибежали, да? А нет, шаман бежит. А ну, шаман, на принципе, конечно, ярости, милики, кому надо дать? Не, у меня есть. Кого нету? У меня даже есть силы титана. Что-то жалко его тратить. Вот они, где 500к, да? Понятно. Да, ну, в конце не набил бы столько. Вот он, понятно, где 500к зарыты. Так, ну что, все готовы, все починились, да? 5, 4, 3, 2, 1. Что, герой с пула, да? Ну, дайте хотя бы поставить. Как бы можете уже давать, наверное, если вы готовы долбить. Да я под триксами тебе накидываю. А он тут, походу, не вешает. Ну-ка. Есть. Что, видал? Лужи, лужи, бойтесь. Я видел, видел. Он уже 2к у Дэна, блин. Ух ты, не, там низкий уровень здоровья. Лучше я потанчу. Убегаем. Кошакета бей. Блять. У нас приступ умер. Вижу. А зачем он умер? Весело, наверное, ему так. Блять, у меня БР на КД. БР на КД. Можно ложиться. Нормально на ДПС. Кстати, да. Мы сейчас вообще шикарно на ДПС. Доложимся. У выхода где-нибудь сдохните. Я добегу, быстрее всех резну. Только не бегите, пожалуйста, вы медленно бежите. Умрите у выхода где-нибудь, чтобы вас проще было, удобнее. О, лужа. Ловите лужу. На митиван, Дэн. Как удобно, прям возле выхода. Я сейчас вас всех хрестну. А, во, у приста диван, вот сейчас он нас всех хрестнет. Жалко, еще масса средства нет. А что ты, да, а уйди, красного, уйди. А, с красного арти выйди. О. Не арти надо умирать, не повторять, подлюка, чтобы, блядь, чиниться потом еще. Все. А прист встал. Так у него же был это самое бабл. Да я бы резнул, он же ходит. Как раз вообще шикардосина. Вы сейчас Геру дадите, а у меня Гера в этом, в бафе, короче, я ее не получу. Она откатится за бой, и как раз мне на экзекутку еще одна Гера будет. Ефать, не придумал. Какой умный, да? Питер.
ты починиться. Вот череп стоит, Дживс. Ну я знаю, я бегу. У меня ножки короткие. Какой? 44 серебра у меня осталось. Вот тебе нахуя гол? Чиниться. Чиниться он за ГБ банк, за счет банка может, блядь, и на это. Это не мы нищие, блядь, офицеры, блядь. Руди какой. Это привилегия, это должна быть у ГМ хоть одна. Да хрен тебе не привилегии. Все здесь, давайте бафаемся. И еще раз, как в первый раз, только немножко эффективнее на 500 кхп. Только во второй. Все на месте. Так, ну все, готовы все. 5, 4, 3, 2, 1. Чуть не накосячил. Гера будет? Да, давай. Гера не откатилась. Так, Шам, уйди с луча. Тогда на второй лучше, потому что там останется-то всего ничего. 20 секунд на... Да. Лужа, лужа, рок. Вижу, вижу, вижу. Я нормально выбежал. Примемся. Бежим. Все, крест вышел. Ну, плохо. Сейчас хуже нанесли. А, Гера же не было, Гера, да? Гера не было, да. Мы сейчас без Геры на 2% всего снесли меньше, чем в прошлый раз Герой. Два красавчика, это вы вообще просто лучшие, кто сегодня в рейде, ребят. Ну и кто не в рейде. Просто мастер комплиментов, блин. Да, он сначала хотел нас похвалить, потом понял, что в DC больше человек EPR играл. И переобулся, скажу так. Так. Салучи ушли. И сейчас лучи берутся, Геру, давайте. Геру, Геру, Геру. Так, по идее, типа, нет. По таймингам так, пока. Лужа, лужа. Внимание, готовьтесь, щемимся. Шими, шими. Можно починиться. Нужен, кстати, да. Купить реги. Купить реги, да. Блять, за ГБ банк нельзя чиниться. Кому чего, да, салам все время переживаю, да, потому что, сука, кто-то чинится за ГБ, а кто-то нет. С красного ушли. Вон там, где медведь. Вижу, 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 вижу.
Я все время хочу кинуть дотку эту, блядь, как в официалке на медведи, которая была у меня. От некролорда, блядь, чертов. Хорошим быстро привыкаешь. Бежим. Он, блядь, прожимку дал ворона. Бежим, 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 бежим. 53%, 52. Сука. Стоит. На все скилл. В счетах, все в счетах, кроме приста. Все повезло. Повезло, повезло. По урону лучше, чем в прошлые разы. Не каркай. Просто бьем и вливаемся, как бешеные. Давайте на урон не смотрим. Просто смотрим за ротацию. Да. Золота за ротацией и за лужами. Да. Так, зеленку главное не хапнуть. Лужа мели. ШП. Красавчик. Вот это скилл, бля. Убегаем. И Москва, Воронеж, хрен догонишь. Давай, Пэт, бля, где твой ДПС? Я даже волшебный огонь кидаю, когда убегает, сука. Ну, там еще дотки мои живут немножко. Баш, у меня мана была. Она не на 24, да, стаках? Её вообще не вижу. А, вон она там, где первая. Глупо убегаем. Арти Гера откатилась, ты дали? Сейчас для Арти... Сейчас а Гера откатилась, да, Чарти? Подожди, подожди. Ну, луч, когда я луч возьму. Ну да. Сейчас прист отдает луч ханту. Только, и... Дэн, от луча отведи босса, все равно мы не будем бегать, потому что я мне скажу. Он здесь будет. Что сейчас не убегаем, да? А вот не надо, я сюда встану. Нормально, пойдет? Да-да-да. Ты все, Геру? Не-не, давай. Была уже гера. Ну, для ханта. Не, для ханта отдельная гера. Хильди ханта. Шаман, ближе подойди, потому что убегать уже не надо будет. Чтобы потом за спину заходить, если вдруг. Одну минуту берца. То, что есть в КД, все, что не в КД. Захил. Не захилили. А, блять, Арси сложила. 6% снова. Блин, я бы сейчас его добил. За спину заходим только. К
когда дышать будет. Точнее, когда кастовать будет. За спину. За спину. За спину. Сука, не успел. За спину. 150 тысяч, давайте. 100. 90. За спину. 50. 30. 40. 10. 9. Не сдуло. Есть. Здорово. Поздравляю. Кое-как, сука. О, башка. Целых две башки. Две башки. Просто великий. Раньше эти башки тупо пылили, но я попробую себе забрать. Ой, зато хоть ТП сразу сюда есть, боже мой. 56-53. Чё там происходит? Хуёво тут происходит, но убили, конечно, да. Остался Мальчезар. И погибель. А квестик? А, да, у Арти есть квестик. У меня квест есть на погибель. Уже сделал. Голову надо кому? Твою мать! Давайте, если не надо, я на шипы заберу. Я! Приз! На успех. Сейчас я ману рисую. Дай не тебе. Рихни, приз. Ты где у нас? Шахматы будем шахматовать? Ой, блядь, ну если вы помните как, потому что я-то уже, блядь, все забыл, блядь, как там наша остановка. Я выжал, вы на мое хп посмотрите. Блядь, 8 секунд, еще рез. О, блин, упал. Не, не надо. Не... А, там кто-то тоже еще. Ой! А вы че? Никто не сидит. Сука, хатючик, вообще в хуй. Ты промахнулся, что ли? Да. Да я просто квест хотел задать снизу, да. Ты алёте хотел сдать, да? Рога, че у тебя с головой? Сильно нужна? Я уступлю, если надо. Надо примерить, подожди. Сейчас это малого. Такой стража. Просто если тебе сильно нужна, я дам. Я выпишу малого, но там опять. Если нет. Тебе она поможет. Вам дамажит больше. Что у тебя с головой? Да пизда мажилов нету. Вопрос, что у тебя с головой сразу? Вроде. Ну что, мне на Мальчезара в ШП? Ну, я так понимаю, лучше бы хер его знает, если честно, как здесь. Ну, Мальчезар, как бы ДПС. Так, значит, 97 к носу, к рейтингу меткости. Блин, нужна, конечно, меткость мне подымет, хорошо бы. У тебя меткости недостаточно? Да, вот именно из-за меткости и мне ДПС проседает временами. Прокнет или не прокнет? Весело. Ну, держи. Помни мою доброту, где ты. Че это? Шахматы кто-нибудь шо шарит? Я просто не помню, я как бы раньше там мы ходили, но это было года полтора назад. Надо только ее зачарить, и соки ты не оставишь. А тут прямо, да, бежать? Так, разбойник. Давайте, ну а почему? Ну, одеваться же пришли. Это да, я помню. Сдам. Приветствую. Это да, то есть я просто, как мы раньше, я, блядь, уже забыл так, помощник карты. Просто вроде бы, ну, мы за Ариаста играли, вроде бы мы здесь ставили двух этих жрецов. Нет, спереди два коня, танковали, потом два элементали. Ну, а короли, элементали, все остальные тупо танковали, закрывали их собой. Ну давай, Арти.
Делай вещи. Сейчас Арти там нам расставит. Ну. Да, закрывали их с собой, но... Я за орка буду. Короче, в синем говне... Не плаваем. В синем говне должно стоять синее говно. Желтый снег не иди. Да, в луне должна стоять луна. Вот, я за синим говном. Типа в черепе должен стоять череп, в кресту должен стоять крест. Блин, сейчас метки удобно как стоят. Самая основная работа вот этого дубака, сейчас мы ему метку ебанем, звезда, он, вот он звезда, он здесь самый, он должен быстро ебашить и вот сюда встать, постараться. Звезда это должен да? Постараться сюда встать, ну, ну прям максимально, если повезет, что он сюда встанет, это будет зашибись. Остальные вот эти четыре человека вот сюда, короче, идут по меткам. И вот этот крест и череп вперед бьют короля первым скиллом или каким-то там скиллом. Квадрат тоже короля там, он может хоть откуда его бить, но он здесь стоит, потому что сюда придет луна и будет с вам троим геру давать. Да, все готовы, теперь по расстановке. Арти, ты на ком сядешь? Да мне все равно. Давайте я на квадратике. Нет, я шо? На рубаку попробую вывести, как Арти говорил, туда вперед его. Рубака, ну давай ты на рубаку. Хоть Чинчик, давай ты на креста. Да, Шепот, да. Давай ты на черепа. Дальше. Вот на этого, где Мишка, кто сядет? Кто ну сядет? Давай, я сяду. Давай, ты садись. Его ты тоже вперед же. Двигаешь, как можно за дальше. За кого драться? Да. Есть. Так, остальные пешки нам нужны? Просто их вперед двигайте. В общем, да, их вперед двигайте, освобождайте место для фигур. То есть волк, волк это конь. Да. Закрывайте, я так понимаю, да, Арти, то также закрывать собой нужно будет. То есть. Ну давай, ладно, в черепе. Так, в череп. Кто в череп? Череп. Андрей, давай ты в череп. Вот, то есть, ну, пешки вперед двигайте и садитесь в фигурки. Так, нет, коней нам нужно сразу, наверное, будет. А кони сразу могут выйти. Мак, ты в коня? Арти, ты где сядешь? Нет. Давай ты во второго коня. Ну все, остальные пешки вперед двигайте и садитесь на другие фигуры. Ваша задача с другими фигурами закрыть собой нас. Тех, кто будет хуячить под короля. Да. Так. Я просто не помню. Раньше мы из аликов играли. Сейчас немножко... И... С другой стороны. Да, и полтора года прошло, и с другой стороны. Но... Встаньте понял. Этот, все, кто куда будет залазить, встаньте, чтобы видно было, кто свободен. Че, на Молчазара ДПСа хватит? Не знаю, посмотрим, если что, тебя возьмем, если пойдешь. Я свободен уже, да, я свободен. А кто в крест садится? Я сажусь. Так, а в короля? В короля? Короля — это слава. В луну? Я вообще-то в рубаку. Давай, я в луну сяду, давай. Ну вот, и запустишь, получается. А, ну все, давай. Шо, готовы? Нет. Шамана нету и паладина нету. А, вот, пал тут. Шаман, шо, готовы? Ханкуль. Минералочки хлебнул. А он отошел. Ну, типа, он, у него же там дети. А, точно, у него там дети. Ну, вроде и без него хватает рук. Пошли. Так, а ему шамотки-то не выпадут. А он бежит. Стоп. Тут на шамана падает только щит, который у него уже с острова есть. А остальное есть... бесполезно. Шаман, на пешки садишься. А, ну все, вот. Погнали. Он уже здесь. На него тут ничего не падает, по-моему. Шо, готовы? Да. Чтобы сесть, нужно поговорить. Роман, это враги. Ну, поехали. Пешь, рубака, давай, тащись, блядь, свою задницу вперед. Что хочу, блядь. Ну, блядь, а я не понял. Вот быстрее уже придет. Как, блядь, слакер, что хочу. Я не могу походить. Да, блядь, про один кнопку нажми, ебаный башмак, блядь. Один и выбираешь, куда ты передвигаешься.
Я помню. Давай, давай, что хочу, бля. Бля, вот тот рубака красавчик, нахуй, бля, честно говоря. Так, я могу еще отравить его, ага. Да-да, ты отравляешь там, туда-сюда шишь. Бля, вот эту пешку, короче, бля, хуй знает. Так, череп. Да, можно, в принципе, дистанция-то есть, можно встать так же, но только, ну... Череп попробуй наискосок херануть, он, бля. Так а чем? Вот, а где второй? Крест, бля, где? Он по прямой, да, стреляет. Нам нужно наоборот, наверное, стать было. Давай, давай. Да, он по прямой. Блядь, он, короче, этот, смотри, что замутил король. Он всю нашу тактику послушал. Так, давай я уйду влево, нет? А да, он да. На меня. Ты это, чуть-чуть левее сделай его, да, давай. Давай, а теперь ты крест, на мое место. Крест вперед. Ты главное, послушай вперед. Да не, крест, ну, ты ладно, должен был убить Лейна. А куда да, крест-то да, да. Пошел? Все, не-не, крест, шаг так направо сделай, крест один шаг направо. Три секунды жди. Где еще когда? Вот эту, блядь, череп развели бошку в сторону короля. Бей его. И все, и тупо бьем его. Вот, вот это. Да, на хилл-то у нас есть тут? Раньше хилл, он хилл вроде бы были, да? Или давай, сейчас давай. Тоже? Орки, это хилл. Вы как его бьете? Вы его бьете? Вы должны вперед что-то стрелять. Во-во-во. Вот этот башку разверни, череп. А как его развернуть, блядь? Двоечкой. Двоечку в сторону короля сделай. Во-во-во. И все, что-то вперед стреляй. Все, понял, спасибо. Во-во-во. Ты во мне стоишь. Сейчас огонь уйдет, назад вернемся. Тупо убить его наша задача. Сложно, но выполнимо. Не-не, у нас по тактике еще нормально идет, еще огонь уйдет. Этот, кто-нибудь, коня подведите так, чтобы когда вот эта пешка сдохнет, буквой Г можно было встать в это сразу место, блядь. Которое самая наша танчащая пешка. Что хочу, а ты идешь, Герун? Или арти? Да, я сейчас только туда встану. У пешки на квадрате, короче, пол хп, если что. Надо заменить ее будет на квадрате. Да, я скажу, когда лоу хп будет, я предупрежу. Я вон скажу, там так. Коняка пришел. Так это я. Остальные давай, могут болеть за нас. Я могу подхилить пешку, надо, нет? А ты можешь? Да. А лучше ДПС. Угу. Я тоже думаю. Ну, слышите, если что, то мне кажется, ихняя пешка быстрее упадет нафиг, если так продолжит. Ну да. Да, да, я сразу... Все, это, ты там же стой. Как его, бля? Конь, который наш, стой там, не этот, черный, собачий. А может не вперед туда, Галкин? Не-не-не, стой там, там стой. А я гавкнуть хочу. Ну ты гавкай там, они услышат, они же рядом. А я помню, кто с нами был здесь или нет, когда я один остался за кодестика. Был я. Бегал от него. А помню. Это ШП говорит вам, видишь, ты там не ходишь. Сука. Шевр. Это ШП говорит, который темный, видишь? Я могу туда встать и короля ебашить. А, сука, конь ебаный. Давай, давай, я же кричу, блядь. На моего вроде фол хп, да, значит, то есть мы как минимум выиграем. Потому что я там сейчас съебусь. Можешь мне шагнуть? Нет, сказали вперед двигаться, блядь. Так он и стоит клетки уешен будет. Да я сейчас сдохну, тут мне это осталось. Какая разница?
Задача прикрывать же, блин, все равно. Давай, давай, чуваки, бля. Они халтурят, смотрите, они использовали фалетовую магию. Фалетовую. Я предупрежу, как рубаха будет мёртв. Ты что, может, не будешь? Бля, демоны, они обычно сильные. Слышишь, в радиусе одной квадратики, поэтому ты слишком далеко ушел. Он умрёт сейчас. Да он сейчас сдохнет весь, то есть там 20% осталось. Там сука, сдохни, рубака. Да, какой-то рубака. У тебя же там два заклинания, да? Да, я... И ты когда жмёшь одно, у тебя кадешится быстро, а второе чуть-чуть да. Подольше. Второечка и... метеоры, а яд как бы он подольше кадешится, но КД разные типа. Да, но ты когда жмёшь, допустим, три, то у тебя и два уходит в перезарядку, хотя он не был в перезарядке. И вот в это время... Рубака почти сдох. Там готов. Король почти сдох, блядь. Да, а он что? Распиливается, зараза. Блядь, достояли бы, зачем вы вышли? Я сейчас на... Блядь, а что это? Моего коника ёбнули. Какие чудовные татушки. Да ладно, мы выиграли. Нихуя не понятно, но очень интересно, да? Просто я вас говорю... нормально, бля, скоперировали, понимаете, бля? Так мы нормально скоперировали. Я помню, один раз мы проходили, я один остался за кудесника, это я тут бегал по всей карте и хоть чего, короче, и выиграли. Но было забавно. Прикольно. Вот. По пизде получили алики. О, шея, блядь. Моё. Ага. Мне, то есть, мне нахуй не надо, нормально, блядь, шея моя. Так, у меня забагали садоны. Релогнусь. Два стрима. Чё, кому-нибудь шея нужна, да? Да, мне, так. Да я вроде не слышу, чтобы кто-то сказал. Может, распылять их? Я и сам могу распылить. Блять, я забагался рядом. Лут, что ли, блин? Да, это лут. Так, вроде бы так, да, рулить через команду, во. Да. Помнят руки. У меня это показывается, я могу проанонсить. Ух ты, 96. Что-то у меня это забагалось, даже релок не мог. Че, можно себе в штаны показать временно? Так, ну чё, штаны надо тимпалу, да, все равно, или нужны, нет? Ну, полипалу надо. Полипалу надо? Это кольчуга, по-моему, или нет? Нет, это латы. Ладно. Ну тогда ладно. Значит, на распыл отдадим. И 18 скорость РПБ. Нет, это ж не входит, Рахти. Все, Слава, теперь ты должен дамажить 10к, понял? Как минимум. Да. С разгону, если только ебалом в стену. Да, сейчас так и будешь улетать на Мальчизаре. С разгону ебалом в стену, да. Мертвый. Так, тут же, как тут, сейчас ничего с метеорами не сделали, они так же всю комнату засрут. Да. А 5 метеоров это в гире, да? Что в гире? По 5 метеоров все силы, лишнее больше, да? Ну, в гире не дамажат. В гире сарать же, по-моему, на метеоры. Ну да. Там, по-моему, проклятие какое-то конченое. Ну да.
Но ага, там больше, мне кажется, конченый лес. И комнаты, да, блядь, этот лес, это вообще пиздец, блядь. Я как вспомню, ну и он нахуй. Особенно, когда люди попадутся, которые не шарят никак, не себя будет оцепенеть, пиздануть, никак законтролить, это просто трэш. Я не успел, я не увидел, я не успел. Что такое зелье? Да, да. Я не нашел, блин. Да нет. Лич проще, чем Карагер. Мне кажется, да. Ну да, ну для тех, кто не успел зелье пиздануть, ну выпить в нужный момент, и для них и лич как бы пиздец нахуй. Они и там будут топить, ложь выносить. А как они выпьют, если они в начале рейда начинают спрашивать, а что такое цель выбранной цели? Это я вспомнил, да, что это пиздец же, ебаный, это же надо объяснять. Ну, кстати, у меня цель цели автоматически стоит. А что такое цель цели? Это 100 гп слов. А, да, я тогда знаю это, блядь, на кого смотрю. Для тех, кто это впервые. Для тех, кто впервые это слышит. Есть такие, кто впервые это слышит? Вам потом это поможет. Да, 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 впервые. Да. Это как, где там, настройки, графика, нет. Как-то интерфейс, да, наверное? Ой, там мод пошел. Ты, блядь, сука, танчи, а не пиздюкай. Это лечит ты этот херню, я уже забыл, блин. Да, там настройка, короче. Цель выбранной цели, то есть поставить, чтобы вы видели, кто у кого в цели. Вам это поможет в последующем. Знать, кого кастанет, например, босс, либо засейвить себя, если видите, что вас кастует уже. А когда себя выбираешь, цель не работает, у себя себя не показывает. Не ебак о фичах. Ну да. А где-то ставит А в ШП давай, да? Нет? Ну давай попробуем. Тут да здесь один хил справится. Хилить нечего просто. Только танка и все. Так, что, тут так же все работает, да, вот за эту штуку спрятаться? Нет? Да, Эй, нет. Вы уйди, сагришь. Ух, бля. Работает, если сюда прятаться, когда... Работает. Ну все, тогда начнем отсюда. Только босса надо там чуть-чуть к стене туда поставить, чтобы работало. Да. Вон там, да? Да не, можно даже поближе, бля. Арти, ты будешь РДД командовать, да? Кто, Арти? А кто на меня трусы дал? Это не я дал. А кто на меня трусы повешал? Я ж нихуя, я ослеп, я думаю, что я видеть перестал. Трусы на голову надели, блядь, естественно. Да, блядь. Еще темную, блядь, устроить, отпизьте меня. Да ёпта, это кто убирает, я пытаюсь убрать. Я на тебя хочу поставить, и на него ставишь. А я с него хочу убрать, блядь. Только нажимаю убрать, его убирается, я опять ставлю. Так, что, все знают, что делать? Есть такие, кто не знает? Я не помню. Ну, короче, он будет что на себя, в общем, короче, РДД стоять всегда с хантом, абсолютно всегда. То есть там вас будет лететь метеор, нет, не только вас, он рандомно будет лететь. Хант будет подсматривать, подсказывать, если что, куда сбежать, вот, всем-то. То есть, ну, вы тоже можете подсматривать, но бежите кучно, чтобы и вас метеор не упал. Мирики, соответственно, есть. А, с вас будет сниматься ХП, в этот момент вы должны отбежать от босса. Вот. Сейчас мы начнем в ромбике, то есть вы можете сбежать, спрятаться от босса за вот этот уголочек, чтобы далеко не отбегать. В противном случае убегайте и все к трусикам, чтобы он вас не завалил кольцом чего-то там, сейчас помним. Кольцом тьмы. То есть в радиусе 30 метров он, короче, у вас одной способностью заберет все ХП и начнет кастовать кольцо тьмы. В радиусе 30 метров, если кто будет из миликов, либо вообще кто-либо, у кого он отберет ХП, вы все сдохнете. Соответственно, РДД держится дальше. Милики, как бы, пока мы стоим здесь, они могут спрятаться от босса, как бы, вот здесь. А в противном случае, тупо отбегайте к РДД.
Есть такие, кто не понял, что делать? А что там про цель выбранной цели? Это мы за Геру просто рассуждали. Да, вспомнить все. Ну, то есть последующий. Но она, в принципе, помогает вам на каких-нибудь боссах, которые кастуют, вы можете видеть. А слово смерть шипы, напомнишь? Чтобы не использовали, да? Чтобы не убить друг друга. А, ну да, ну шипы, я думаю, знает. Нет, шипы в 4-4, это в ротацию входит. Поэтому вот ему нужно быть аккуратнее. Ну, я думаю, он знает, чтобы не убить себя. Все, все готовы, да? Ну, все, сейчас ждем его обратно. То есть, по факту, тут две тактики. Главное, убить его до того, как все засрет метеорами, и еще рандомно, как бы, нам будет вести. Тут может нас, как бы, все завалить метеорами. Сейчас, подожди, Павел, я бафну каску, быстро пробафаешь, да? Я же просто завтыкал. Ну, отойдите все, так, на секундочку. Гера ждется в конце, да? Да. Там, потому что будет еще хуже. Метеоры будут по два падать. Все, все готовы, да, блядь, сейчас Хар? Лучше ждем его еще раз. Ой, бой будет долгий. Ну или быстрый. Еще рандом, как будут падать метеоры, как бы. Главное, чтобы с метеорами повезло. Раньше даже пиздец, уже если 50-ми идешь, а метеоры тупо падают, неудобно. Ну все, 3, 2, 1, погнали. Шамчик там ругается, что ты тотем на пипать не поставил. Так, я мало чего вижу, ну как бы вижу, но мало чего. Поэтому, Арти, ты там рубишь. Убирали, убежали. Нилики убежали. Пиздец, сейчас сдохните же. Рога. Да, я расплакал. Ну, ДПС, кстати, проходной. Убежали. Рога, тебе можно не убегать, как бы было сейчас, на не повешалось. На всякий случай. Ну, пусть тренируется, что. Да, я не помню, как эта хрень выглядела, из-за этого заплакал, сорян. У тебя ХП отнимется все. В ноль ХП до одной единички падает. Только ХП отнялось, съебывай. Понял, понял. Так, куда летит? Мелизон улетит. Правее бери чуть-чуть. Бери правее чуть-чуть, быстрее. РДД убегаете. Чуть-чуть возьми, можешь достать. Так, он здесь отталкивает танка, нет? Не помните? Да. Значит, стену плюс опять. Милики, убегайте. Только чтобы вас не коснуло. КРДД, КРДД, РДД. Ёбаный пизда паладину. Нет? О, как кто выжил? На нем не было баф. Ага. Бабу отчинул. Что я хотел сказать? Убегайте так, чтобы вас не коснуло АУЕ. Ну, то есть, видите, да, иногда она может быть рядом, и некоторые люди как-то дугой убегают, то есть они не тупо там повернулись, убежали, как-то пытаются, ну, да, оббежать. Да, и... Не напрямки. Вроде отбегать кто-то должен. Убежайте, да? Нет. Ну, больше БРов нет, Рога. Да-да-да. Я привыкнуть могу не сказать. Одной тактики для ТД. Да. Ладно, потом. Рог, не переживай, ты же первый раз. Бежим, бежим, бежим. Да не первый раз, я давно здесь не был, просто очень давно. Очень-очень давно. Можно грубо сказать, я первый раз уже можно. По факту, да, и хилить особо нечего. На последней фазе, если только.
когда по огню пробежаться, что-нибудь такое. Убежали. Чего убежали, я не понял, у меня полное ХП. Не убегай тогда. А он же сейчас не у всех, да, забирает? Так, как, не, к нам летит, да? К вам летит. Там, на нашу сторону идите. РДД за мной. Так он, получается, не у всех ХП забирает? Да, походу, дело, да, сейчас не у всех. Факт, не у всех. Раньше еще в Ранде бы такое включили, убежали, кому надо. Раньше, да, вроде бы такое еще включили. Блять, но тут я вообще ничего не вижу. Жопа медведя. И яйца этого. Хотя у него их нет. Волка. Нет, босса. Дед, может, ты укусишь его за хер? Может, он испугается и умрет? Я его и так пытаюсь укусить, видите? Блять, к вам прям летит. Давай, на вас прям летит. Правее, да-да, правее иди, правее иди. Да-да-да-да, сейчас мы здесь посмотрим. Блять, Слава, ты как сдох? Да он как раз отобрал этот метеор, прилетел и пизданул. Не пизди, я уже ушел тогда. Бегите точно по линии, мили. Там, блядь, с двух сторон может кот чуть сюда встать. Еще чуть-чуть, и последняя фаза будет. Кира будет. Пока нет. Ждите. И то смотрите, куда последний голем будет падать, прежде чем Геру дать. Дэн, выводи на нас, выводи на нас. Быстрее. Милики, быстрее убегайте, не с Дэном. Вы же быстрее. Ну, будете. Как бы, что вы в самом деле? Вон это туда, направо, к стене. Ага. Это мне он голова как окружение может иногда дать, вот как сейчас. Я просто попкой повернулся. Минус 2 ДД, вагоны. А, рога тоже. Блядь. Минус 2. Чё, куда? Встань левее чуть-чуть, левее встань. Я или вы? Да, ты левее, левее, да, да, левее тоже. Не, надо левее, левее. Другое. У меня лево другое, чем у тебя, блядь. Он тебя сам кидает, куда надо, нормально. Да, давайте. Бля, к нам беги, Дэн, на нас беги быстрее. Милики, ну, не ждите. Блядь, да нихуя не к вам. Ну, а нам мы не сможем, походу, а ну-ка вот отсюда, а сможем, все там тогда стоит. Блять. Баламутил. Ну тяжело. Не, големы хуёво попадали, пиздец. У вас все поле засано. Да вон, как коробику можно было убежать. Не встаем. Там на ромбике тоже голем лежал, он только-только исчез вот. Что, нужна помощь, чей, да, чей, да? Да, я думаю, нет. Пока, по крайней мере. Ты можешь, короче, пригнать свой корабль и метеориты выкидывать, нахуй? Кто может так помочь? Сбивать метеориты, бля. Как этот... Да хуй, не вспомню, короче. Не, как же ты эти, ну, бля... ПВО, блядь. Да нет, ну ебаный. Да что такое это? Да это вообще у нас его нету. Это... Вот это же есть, чувак, Звездный Лорд, блядь. Где же Звездный Лорд? Но... Он где-то сферу хотел вначале продать, блядь. А, Стражи Галактики? Да, там вот это у них же был... Как, блядь? Енот? Нет, они все корабли вместе слетелись и создали такую, типа, сетку, бля. Ну, было такое... Как их звали, вот этих? Центр Нова, бля. Да-да-да-да. Ебать, ты замучил голову, блядь. И никто тебя сам не понял. Похуй, зато я вспомнил. Эх, рыбка бы сейчас, да? Да. А лока нету, да?
Я думал, у тебя есть это, нахуй. Но у меня на ловкость есть рыбка, могу поделиться. О, дай мне одну штучку. Ты че, ловкий, нахуя? Ты только что сдох, блядь, от метеора. Давай одну парни, тоже. Парни, парни, линканите гильдию сегодня это... прокачал. Что сделать тебе? Я сегодня, говорю, прокачал гильдию, линканите, линканул я. Линканите, линканите. А куда я ее бросил? Подожди, найди, найди ее. На ДК могу эти делать. Рыбный пир со специями. А, ДК, это да. Похуй. ДК отдал, да, танку. Что там, есть эта хавка на ловкость-то у кого была? А ханту, можно одну, пожалуйста? Дайте по пристам, не кулак, пожалуйста, а каска. Ханту, что там, на ловкость? Да, да. Давай, давай. Да. Господа хорошие, не слакайте с отбежкой, тут, блядь, вам просто до ДЛДшников одна тактика. Отбежал, прибежал, все, блядь, стой там, иди сюда. Куда, сюда, обратно. Я могу показать, как у меня выглядит вид, когда я смотрю на босса, когда я у стены. Я смотрю изнутри мишки. Я вижу мишку снаружи. Не самый блядь. Хорошо, что у тебя мишка пробитый, так бы вообще не видел, блядь. То есть я вижу его глаза изнутри, то есть причем. Все, все готовы. Нихуя себе, у тебя там дупло, блядь. Богатый внутренний мир. А там дым внутри сидит радостный. 3, 2, 1, погнали. Блядь, да повешайся ты, тувечи чертова. Он даже уроги 5.5к всегда бы такой держал бы ДПС, вообще было бы шикарно. 5, убежали, убежали, не слакаем. Уроги кош спасает, кстати. Спасает, блин, вот. Который спасает, да, короче. Ну, блин, нет. Я спросил, меня, видать, не услышали, ну ладно. Арти, короче, если ты говоришь лево, я отбегаю, значит, вправо. Ты представляешь, что я на тебя смотрю и говорю влево? Все, я понял. Бежим, бежим, не слакаем. Делай как арки, только наоборот. Все. Ну еще я перепутать могу. Так что будь готов. Дэн вас пиздошит, по-моему. Да, бежим. Правее, правее. Теперь к РДД убегаете. Слава, ты что, сдох? Нет. Ладно. Удивительно. Да ебаться решил, блядь. Если честно, удивился, да. Блядь, сука, стаки спали. Тут еще говорят, если в големов запоминаешь, какой первый, второй упал, каждый четвертый или пятый исчезает. Угу. Тут он это... Мы проверяли, что-то он не исчезал. Ну, типа, подольше они, походу, здесь стоят. Я же... Чекай. Дали големы, все, вы нет, нет. Чекай, чекай, просто отбежи. Смотри, сейчас третий. Первый был вон угловой сам. Ну... Сейчас еще один упадет, и потом еще один, и исчезнет тот. Давай, на что спорим? На что? Я на просто... 10к голды. Это же, скорее, так думаю, месяц посмотрят об одно, что ли, или что? Вам нужно тогда противника найти. Это же, говорит, так думаю. Против кого? О, сейчас истина. Ну, смотри, сейчас упадет, 5-й голем. Давайте немножко соберемся, потом поспорите. Смотри, он руку вверх поднял. Там точно факт показывает он.
Типа хуй я исчезну. Раз, два, сейчас. Славик, покажи мне по кругу. Ага, спасибо. Вот сейчас приземлится пятый голем, и тот исчезнет. Ух, нихуя я камеру отдалил. Я полкомнаты вижу. Всегда бы так. Так, смотрим. Давай. Они должны на шестом, наверное, он исчезнет. Нет, да, на пропал. Пятом. На пятом. Да, пропал, пропал. Я же говорил. Да? Нет, один пропал, есть правильно. Второй, который, где ромбик, да, исчезнет. Да. Так я же говорил, исчезает. Убежали, убежали. Вы не расслабляйтесь, не слушайте этих фарудеров. Это мы РТДшники, да, можно. У нас и РТДшники умудряются умирать. Не засирайте эфир. Вот сейчас слева от ромбика должен исчезнуть, да? По идее, да. Да, понятно. Если что, я тогда побегу, значит. Блять, если он сейчас не исчез, то у нас все сломается. О, исчез. Да, так реально исчезает. Я говорю, запоминаешь, где какой голем падает, и все, и похуй, ты ориентируешься, куда примерно вести надо людей. Я им говорю, то есть сейчас 5? Нет, говорит, не 5. Ладно, тут. По-моему, на X2 было сложнее. Почему сейчас 3 голема стоят? На X2 это такое же было в последний момент. Ну, прямо аж в конце. Вон один. Ой, они не исчезают, это только на Гере, по крайней мере, должны. Вот теперь фаза. Слайд. А ты на луче стоял? На синем? Так, господа шаманы, Геру даем. Ладно, потом. Пойду покурю, я не хочу этого видеть. Все, теперь дебаф аж не будет, которых я помечаю. Да. По крайней мере, раньше не было. Да, сюда чуть-чуть. Будет код снег-то. Теперь нужно хилить танка и того, на ком-то топоры метеоры эти ебаные. И все по факту. Фаза Черный лес, вот как самая, блядь, гоблинская. Да. Блядь, миликом. Миликом, нифига, ты чё, блядь, не выучил до сих пор расположение метеоров, как они летят? Твою мать. Как сдохло? Меня прооткинуло на метеоры. Прям. Меня тоже на метеоры. Хотя бы не откидывайтесь к метеорам. Элит боссом стать нужно было. Потому что, говорят, надо в стену упереться. Так, как РДД, походу, летит, да? Да. Там вроде... Пойдем в трусики. Там по центру залетел. Я бы дал БР. Ага, отхилили. Пиздец, 10%. Так неплохо шли. Куда бежать-то, если чё, хуй знает. Вдоль стеночки, наверное, потом, если вдруг сюда. И старишь, к нам летит, взять. К нам летит, к нам летит. Вдоль стены, пойдем, пойдем, Дэн здесь не бьет, быстрее, быстрее. Прям в углу самом. О, он еще и подтолкнул. Блядь, да он охуел. Все, летит? Прям на... Сука. Ну все. Да не, да, бьет уже, ты че? Как раз те, кто сдох. Вагоны. Блядь, опять вагоны. А как вас назвать? Ну вы же знаете, что вы отлетаете, блядь. Сзади вас метеор. У нас как-то ситуация была, мы лям ХП добивали, я на ДК танки, Ретрик и Рога нахуй. Добили. После 30 он же уже не по тому, а по 2 гонима спрашивает, поэтому там по-любому уже. Как бы ты не поводишь его. Как бы ты не хотел. Я прям
Прямо к Молчазару телепорт. Офигеть. Хоть портал есть, да, вообще. Не, шикарно. Он, по-моему, после 20% именно быстрее начинает кидать. А после 30 он, по-моему, еще так же кидает. Вот, ну, чисто по ощущениям. Нет, там фаза просто нет. Уже... Вот два голема летит. Ну, мы же для чего героем на 30% затаем? Чтобы вот именно для этого. Просто вот, когда на 30 мы дали геру, убили, он как бы метеор кидал, и примерно столько же времени. А когда 20% осталось, он прям кидал, мы прям бегали. Ну, прям пиздец ощутимо было. Ну, давайте подождем на 20. Если так кто-то не сдохнет. Да, Слава? Чего? Ничего. Ну и все. Вот и поговорили. Ты чё, ничего, ну и всё. Весь мозг Андрею Бухому отдал, блядь. Пал, у тебя вот точно есть инфа, да, что на 20 они прям быстрее начинают вылетать, да? А, ну все, тогда на 20 давай. На 30 это самое хреновое, получается, что мы сделали. Ну да. На 20% у нас четверо сдохло. Ну... Слав в гильду понабрали. Давайте тогда не сдохнем. Т4, ребята, помните, вы боретесь за Т4. Угу. И там еще этот лук воина-дракона. О, точно, там же топорик вроде бы красивый. Класс. Лук офигенный просто. Тут и шмот неплохой вам падает, да. Так, вот бы каску. Каску по пистам. И тут плащ, кстати, падает. Каску. Слава, тут плащ падает. Тут плащ падает. Топор да. На ДК видел, какой падает? Ефать. Который нас хуярит вот сейчас здесь. А бери. Мне надо одна ручка, а не двухручка. Так вот он так. Одна ручка. А, ты да? Еще можешь им кидаться, короче. Прикинь, так залькать. А, что? Нихуя себе. А Дэну в голову можно кинуть? Обязательно. Мне в приоритете это. Мне это надо точно знать, да? Да, мне точно надо знать. Я тебя сожру, и ты будешь изнутри смотреть на босса. На медведя. На мою жопу, блин. А будешь в шкуре, наверное. Ага. Богатый, вот, Слав, я... смотри, короче, какой топор дал. Ах, уеч. Дайте мне этот топор, дайте мне этот топор. Дям приста, короче. Можно два? Да, мне сразу два, пожалуйста. А может, кстати, два. Блять, каску не бафнул, сука. Даже давайте, не сдавай. Где приз твой спирит? Ты все сейчас прибьешь. А, стоп, спирита нету. Давай, бафай. А роги тоже надо каска, да? Да, всем бафай. Сейчас. Бля, пиздец, лакуй, бедный паладин. Ну, ты ему джив составил для реагентов. Давай, еще могу поставить, если что, да, если что, говори, поставлю. И на пальчик потом могу подуть. О, все готовы. Давай. 2-1, в атаку. Офигенно. Лакеры. Ебать, тишина. Это я молчу. Тишина должна быть в библиотеке, тишина. Тиши. Как ты, сука, умудряешься пиздеть и бить? Ты же мышкой долбишь. Блять, ну у меня-то на кнопочку, на shift это самое, голос.
Миликов летит чуть-чуть. Ага, береги, бойтесь сейчас. Право беги, беги, право, право беги, право беги. РДД, быстрее беги. Ой, ёпт, РДД. Все, Слава сдох? Нет. Где босс-то, кстати? Сука, он далеко убежал. Он же меня смотрит, а не на босса. Я слишком далеко убежал, да. Нет, я, то есть, ну да. Я смотрел в хелпот, ждал ответа. Блин, заэвейдился. Да, и потерял босса, но... слишком далеко отошел по инерции. Повезло, что он тебя вспомнил. Повезло, что у меня таунт есть. Полезная штука. Иногда. Бля, РДД, РДД. Правее хули делать. Я триксы там на арте кидаю. Они нормальные. Первый, где уебался? Первый у нас за спиной. А вот второй, который справа от медведя, это второй? Второй. Да, это второе. Я, короче, сквозь мишку смотрю в небо. Какое небо голубое. Пизда, короче. Быстрее беги, Дэн, к нам как можно быстрее. Просто пиздец, как быстро. Прям беги, беги. Вдоль стеночки, наверное, да? Да, да. Все, стой там. Тут я не смогу, я тут вижу только собственную жопу. Если туда метеорит прилетит, я тебе скажу, смотри пока. Дэн, к нам иди. То есть стеночки быстрее, или быстрее, как? Быстрее, прям быстро к нам. Еще. Бегу, только я замедлен, рога минус. Ну, у меня, блин, ни спринта ничего не было, не мог, ни кох не было, блин. Так, на пол хат хилили. Блять, а могу бернуть? Рыба в пороге. Съебался. Немножко грубо, ну да ладно. Она что, убежал? Да. Отлично. Я кош прожал. Нормально. Я даже лапку дал. Офигенно. 100 рублей. И тут неудобно, нихуя за ним следить, убежали, убежали. Ах, ах, больно сейчас, наверное, будет, нет? Выжил. Так, ну все, то есть сейчас фаза. Я могу, хотя нет, он меня откинет с один хуй. Пока рано. Сейчас держимся. А у кого проценты выставлю? У меня. Когда на 20 дэн там крик? Давайте, наверное, блять, Геру, потому что сейчас один хуй там, походу, пиздец. Дэн, к нам, быстрее, быстрее. Цене. Так, маршрут не построен нихуя.
Ну тут все везение, ребята. Ой, нет. Или да. Повезло. Нихуя не вижу, меня куча. Угол зажмитесь, и мне, короче, вообще нихуя. Не могу бить, как хант, но я типа, блядь, с вами. Душой, да, и телом. Да, сейчас, если у нас прилетит, пока везет. Бьем, бьем, дамажим, как. О, один усъебал. Кто куда съебался? Угу. Тебя... Ну все, давайте там. Раздолбись. Блядь, так а почему я нихуя не вижу? Нормально, пока нормально. Ну тут теперь все, лотерея. 9%, давайте, ребята. Я прожался. Я жил. Хила, хил, хил минус. Сука, у нас хил минус. Жмите вот где трусы быстрее. Жмите где трусы, бегу. Ну хуй знает, бейте. Ну ля, мы тут, ну, давайте бейте, ну хуй посмотрим. Свистан меня убьет, да? Смотря где ты встанешь, да, наверное. Бейте, 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 пока нормально все. Пока везет. Давай, давай, бейте. Что-то метеориды не падают. Не каркай. На заднем плане. Ой, блядь, накаркал, но пока нормально. Ой, заебись, давай, бейте. Нормально, бейте, да. Пока. Ловушками бью, хуй знает, получается. Сюда. У входа метеорит упал. Блядь, у меня все прожато. 200. Можно я закрою глаза? Нормально, нормально. Дубовая кожа ушла. 50. Да, блядь, сука. Ой, лучара мой упал. Лучара упал. Ёб ты гады, бля, что пиздец было. Вот тут на туре мы сейчас шахматы играли. Роль ты Т4, кому надо, если надо. А как кому мне? Так, у мага 12. Ой, кольцо. Да хочу 62. Кольцо неплохое. Ебать, с двумя сокетами шо упали, блин. Тогда ну, я о чем и говорю, бля. Выиграл, что хочу, значит. Так, все же верно, да, 62 же у тебя, то я может. Так, 12, 69, ага. Все, посиди на погибель. На погибель, чувак. Колечко с РПБ с двумя сокетами. Охуеть. Дайте ему пизды теперь. Мелкому. Ну, Слава, ты теперь должен вообще 12к выдавать. Мы не идем, получается. Не, ну кольцо. Кого? На погибель? Можно было бы сходить, бля. Да лох нужен кому, нет? Роги же не носят лойки, да? Носят, но им так, от них уделать. Пошли на погибель. Арти, а тебе что, лук не нужен? Нужен. Ну так, блядь, Арти. Я спросил, молчит. А, блядь. Арти больше всех подходит. Конечно, нужен, мне как раз не надо. Ну, конечно, капнуть. Хорошо, как бы он мне добавит неплохо статов, но как бы это все. Ну. Ну, ханты в приоритете все равно. Ханты в приоритете, да, это основное их оружие, как бы, конечно. Не, мне он меткость не дает. Мне вот кап меткости как раз не хватает. С РПБ еще, блядь, да. Да, да. Ой, боже. Ну, конечно, в приоритете. Нет. Я даже не претендовал, даже не ролил. Ба. Что ну хочу? Да, если так, да. Как бы... А ты на портал не нажал, да? И ножка ну, бежишь. На какой портал? Ну, с Молчазарок. И... А мы куда? В Долоран? Да нет, к погибели можно. Ебать колотить, я не знал.
Ну, нет, погибли там самый первый зал, где мы... А, ну, короче, я уже шахматы даже пробежал, блин. Ну, туда все равно ближе. Ты представь, сколько тебе мешать. Библиотека стража, да? Нет, главное... Еще представь, тебе еще мобов надо будет убить по дороге, блин. Да, слава. Ну, нахуй, я лучше сверху пизданусь. Вот да. Нам один нужен еще. А погибель добрали бы. Столовая. Дима, ты здесь? О, тут, кстати, квестик можно сделать. Прочитать книжку, да? А куда это самое портоваться-то? Где тут это где? Главный холл там. А, и пешком ты сдавать на нее, да? Ты можешь через улицу на второй этаж сразу забежать, если хочешь. А там разве... А он уже в Каражане где-то там. Там же ключ вроде надо. Нет, просто надо убить, бля. А, ну заебись придумал. Я воина, блядь, нашел. Нет, я имею в виду, просто боссов надо убить, и там дверь откроется. Мы их убили. А-а-а, босс, понятно. Да, ну... А кто у нас 104 забрал? А, что, хочу? Да. Не, я не брал. Мне ГП не надо. Тебе оно уже пришло. Сука. Я сквозь дверь прошел. И за трени. Треньки. Ну, и в десятках. Если в десятках еще за шмотки давать, ГП, так, они вообще все нищие будут. А как правильно использовать эту Т4, я уже забыл. Ну, сейчас-то как бы актуалы держу все равно, то есть, поэтому 25-ки они... Ну, это тот уже сам игрок решает, забирать, не забирать, то есть... Он же может отказаться от нее в пользу, допустим, приговора на следующем боссе. Либо взять какую-нибудь... Не, еще надо сделать так, чтобы шмот обязательно, который нубисовый для класса, он ни в коем случае не пылился, если у человека нету, чтобы он типа не сидел, мы шмот пылим, а он триню ждет. То есть его надо отдавать и начислять ГП обязательно. Ну, это для гильдии, мне кажется, скилловый шаг такой. Не, ну, а то, прикинь, у тебя в рейде люди все сидят и на триню копят, а бисовый шмот пылится. А потом один... Ну, все так будем собирать, а чё? Будем все так собирать. Ой, как заебись у меня сейчас. Мастерство 24 и меткости 5. О, как пизда-то. О, давайте ханта возьмем. Вас игнорит. Блин, да. А, так это Лёха. Ну. Он тактику-то вроде знает. Так, у тебя, короче, помощник. Я пока выйду из мира, то у меня Дадон забагался. Лёха тут? Я тоже релобил.